Всем привет, народ! С вами Иван Кошей. Сегодня мы пробуем новый вкус от сухариков Флинт. Серия UA Food, сезон украинской кухни. Вот, от сухариков Флинт. Это второй вкусецкий, который я смог найти. И называется он грибная пательня. Ну, то есть сковородка грибов. Вот, я так понимаю, здесь, наверное, будет какой-то микс ассорти. До этого мы, кстати, пробовали вкус, который назывался рулька из печи. Топовый вкусецкий, мне понравился он больше всех, там максимально рекордную высокую оценочку поставил. Рекомендую вам попробовать. Вот. Но насчет грибного вкуса я не люблю сильно вот этот смак, поэтому думаю, не кайфану. Кстати, вот так выглядит пачка, не знаю, показал вам или нет. Зеленая пачка. Тоже у нас классические пшеничные сухари. Вот так выглядит все дело в этой пачке. Классическая соломка Флинта. Вот эти сухарики, в отличие от предыдущих, более такие бледные. То есть вот так выглядит сухарь. То есть вкусовая добавка такая более светлая, больше видно соли. Но на каждом сухарике, кстати, видно, что этой вкусовой добавки, хоть она такая более бледная, достаточно много. Наш прямо вот осыпается. Нереально мощнейший грибной вкус. Мне кажется, что это белые грибы. Здесь преимущественно вот напоминает эта вкусовая добавка. Вот. Я думаю, те, кто любят грибные вкусы, максимально оценят этот вкусецкий, потому что очень насыщенный. Прямо именно такое ощущение, что этот сухарик там, не знаю, максимально в каком-то грибном супе там пропитывался, настаивался, и потом засушили, и получилось вот это. Ну, понятное дело, этого никто не делал, да? Вот, то есть все дело в вкусовой добавке, но она нереально насыщена. Ну, в принципе, я не знаю, что еще сказать. Грибы и грибы. То есть они не сильно соленые сухарики. На каждом сухаре вкусовая добавка в большом количестве, чувствуется просто нереальнейше. Вкус сухаря забивает по максимуму, сухарик хрустящий. Может быть, здесь, конечно, есть ассорти грибов, но мне кажется, вот именно белый гриб, вот эта вкусовая добавка больше всего напоминает. Просто я не знаю, есть ли у Флинта обычные классические грибы. Я не помню всю линейку их вкусов. Ну, в принципе, оценочку поставлю 6 из 10. Если бы любил грибы, это было бы, наверное, 8 из 10, 9 из 10 даже. То есть насыщенный грибной вкус, по-своему даже приятный, напоминающий белый гриб. Я думаю, многие его любят. Сейчас попался два сухарика, один прям зашкварно был в этой вкусовой добавке, вот, и там было еще много соли, прям аж так настолько соленое грибно, что же захотелось побыстрее это все дело проглотить. Ну, в общем, вкусецкий чисто для фанатов грибов, то есть тот, кто любит грибы, я думаю, однозначно заценит. А так, ничего сверхъестественного здесь нету. Поэтому оценочка такая. Ответ на дежурный вопрос, взял бы ли я это в дальнейшем. Ответ нет, я не люблю грибные вкусы. Хотя иногда сделать обзор или покушать для разнообразия можно. Но в любом случае рекомендую это попробовать, особенно тем, кто любит вот заманухи с грибами. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, прожимайте лайки, пишите комментарии для продвижения видео. Любопытно знать ваше мнение по этому вкусу. Ставьте ему тоже оценочку по 10-бальной системе. До новых встреч. Всем пока.